уважаемые члены комиссии! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть и приветствовать вас на нашем отчетном концерте. Вас сегодня приветствует молодой, но уже хорошо известный в районе замечательный хор русской песни «Звонница». Художественный руководитель коллектива и аккомпаниатор, лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры Виктор Вицко. Сегодня мы подготовили для вас, дорогие зрители, специальную программу под названием «Поем душой и сердцем». Побегут в моря воды вешние, зацветет земля, сердце радуя. Ах ты, Русь моя, песня светлая, край березовый, бесконечный край. Край березовый, край осиновый, край ракит до полей. Нет раздолье, нет обширнее, не приветливее и милей. Выйдут буря, травы росные, щедро свежестью отропят.
в исполнении вокального ансамбля «Звонница» для вас прозвучала песня «Край березовый». Солистка Наталья Блинова. Стихи следующей песни были написаны еще в прошлом веке. Однако песня продолжает жить и по-прежнему очень популярна. Это удивительно нежная и очень любимая в народе песня на слова Геннадия Колесникова и музыку Григория Пономаренко. «Тополя». Сегодня мы ее дарим вам. Деревца зеленые.
Музыка Морозова, слова Рубцова. «Старый клен». Солисты Наталья Блинова и Дмитрий Медведев. Наш народ отметил 75-летие Великой Победы. Великая Отечественная война прошлась молохом по судьбе людей, особенно женщин. Многие из них потеряли своих мужей и остались вдовами. Не обошли стороной наших женщин и военные лихолетия минувшего и наступившего века. Она давно живет одна. Помолится неслышно Богу и смотрит. Смотрит из окна на онемевшую дорогу. Надеялась, не дождалась. Пережила такие грозы. 4 года кровь лилась, до края жизни льются слезы. Слова Голуба, музыка Пономаренко. «Вдовы России» исполняет звонница.
пусть они еще поспят до зарею. Хоть во сне своих солдат да целую. Пусть поверят, что весна к ним вернется. Паутинка седина вот сорвется. Сердце нашим самое святое. Навряд ли надо думать и гадать, есть в мире слово самое простое и самое возвышенное — мать. Слова Лошкова, музыка Аверкина. «Милая мама», солистка Марина Романова. Я навещаю домик наш далеко. Как живешь ты, родная, сыну сердце открой. К нежной ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. К нежной ласковой самой письмецо свое шлю. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Я служу на границе, где полярная мгла. Нежной ласковой.
Как тебя я люблю. В исполнении хора русской песни «Звонница» для вас сейчас прозвучит песня «Рябина». Музыку к этой песне написал большой друг нашего коллектива, заслуженный деятель искусств России, поэт, песенник, композитор Александр Кукушкин. Мне кажется, что мелодия получилась очень душевной и трогательной. Давайте послушаем. Чем объявить следующую песню, мне бы хотелось несколько слов рассказать о нашем коллективе. Хор русской песни «Звонница» был создан на базе районного дома культуры в феврале 2017 года. За это короткое время хор стал узнаваемым и популярным не только в Богородском крае, но и за его пределами.
Хор постоянно принимает участие во всех городских и общественных мероприятиях. Без него сегодня не проходит ни один концерт. Коллектив неоднократно становился лауреатом и призером различных конкурсов и фестивалей русской песни. В этом году хор «Звонница» стал призером всероссийского телевизионного конкурса «Играй гармонь» в памяти Геннадия Заволокина. У «Звонницы» уже есть своя история, свои этапы становления и развития. Впрочем, как и у человека, как у каждого из нас. Правда, мы все чаще вспоминаем свое детство. Может быть, это с возрастом. Вот и мне на память приходят такие стихи. Время мгновением пролетело, душу наполнив немой тоской. Мне бы опять не смело держаться за мамин подол рукой. Мне бы носиться буйным вихрем по лужам солнечным босиком, уплетать горстями клубнику с пахнущим травами молоком. Мне бы, как прежде, с любимым дедом на рыбалку утром брести, ступая важно следом, удочку гордо нести. Но где ты, жар-птица детства? Какой уголок земли годы радугой синецветкой тебя от меня унесли? В исполнении солистки ансамбля для вас прозвучит известная песня «Город детства» на стихи Роберта Рождественского. Слушаем. На сцене Наталья Блинова. Это весь город тихий, как сон. Yeah.
Наталья Блинова. Дорогие друзья, в свое время на всех нас неизгладимое впечатление произвело выступление на конкурсе Евровидения «Бурановских бабушек». Их девичий задор, энергия, неподдельная народность покорила наши сердца. Песня, которая сейчас для вас прозвучит, несмотря на то, что она была написана специально для этого конкурса, стала поистине народной, настолько она популярна. Итак, на сцене хор русской песни «Звонится». Поем из репертуара «Бурановских бабушек». Слушаем! Нашего коллектива много очень интересных, замечательных, прекрасных песен, давно полюбившихся слушателям, ставшими хитами. И сейчас в исполнении «Звонницы» для вас звучит замечательная русская народная песня «Снег, снежок». Наверное, не торопится никто. Ой, снег, снежок белый.
В исполнении нашего коллектива для вас сейчас прозвучит еще одна популярная песня на слова Леонида Дербенева и музыку Евгения Крылатова. «Три белых коня». Солист Дмитрий Медведев. Встречаем! Спасибо, спасибо огромное. В исполнении солистов хора Галины Корольковой и Натальи Блиновой для вас звучит всем известная песня Сергея Абрамова на музыку Виктора Темнова «По гладким камушкам».
Слова Степанова, музыка Костюка. «Волга, речка» поет хор русской песни «Звонница». Прозвучит еще одна песня на музыку Александра Кукушкина «Веточка рябины», солистка Наталья Блинова. От ветерка качается рябиновый листок, на грозе рассыпается рябиновый цветок. Сорву рябины веточку, спрошу ее, спрошу, когда пришлет он весточку, то в гости приглашу. Веточку рябины поставлю на комод, ждет тебя, мой милый, ждет сердечко, ждет. Веточка рябины, дай скорее ответ, кто-то любит или нет. Ждет меня, мол, милый, любит или нет. На бусинки я грозди разберу, рябиновыми бусами украшусь поутру. Надену платье новое, достану вспоминать, любовь моя огромная, а как о ней сказать. Веточку рябины поставлю на комод, ждет тебя, мой милый, ждет сердечко, ждет. Веточка рябины, дай скорее ответ, помнит ли мой милый, любит или нет? Помнит ли мой милый, любит или нет? Летит ко мне, торопится мой сокол долой, сердечко так колотится, идет мой дорогой. Горю огнем рябиновым, как веточка горю, осенней ночкой длинною сказала мне, люблю. Поставлю на комод, ждет тебя, мой милый, ждет сердечко, ждет. Веточка рябины, дай скорее ответ, помнит ли мой милый, любит или нет? Помнит ли мой милый, любит или нет? Па-па-па-па-па-па.
нашу программу завершает замечательная песня, которая написана нашим земляком, композитором Анатолием Сидоровым. И заслуженно считается визитной карточкой нашего города. «Богородский край» исполняет хор русской песни «Звонница». Слушаем и подпеваем. Застал дороги поздний вечер, решил в пути заночевать. Остались поле я и ветер, с ним буду время коротать. Нашел знакомую тропинку, вокруг меня зеленый рай. Что может быть еще дороже, чем мой родной любимый край? Что может быть еще дороже, чем мой родной любимый край? На мой приду глубокой ночью, уставший лягу отдыхать и вновь мечтать, прикрывши очи, и тихо песню напевать. Судьба моя и родимый, за все тебя благодарю. Ты для меня всегда красивый, свою любовь тебе даю. Ты для меня всегда красивый. Я Богородский край люблю. Дорогие друзья, наш отчетный концерт завершен. Сегодня перед вами выступал замечательный коллектив, хор русской песни «Звонница». Руководитель хора Виктор Вицко. Разрешите мне от имени всего нашего коллектива искренне поблагодарить компетентную комиссию и всех присутствующих за радушный и очень теплый прием. Спасибо вам огромное. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов. Будьте счастливы и берегите себя. Ведущий концерта — вице-президент Академии народного искусства России, академик, лауреат всесоюзного конкурса чтецов, лауреат премии Министерства обороны Российской Федерации Георгий Годлевский. Спасибо еще раз за ваше внимание. Удачи вам, всего самого доброго.